Друзья, а перед началом просмотра видео я попрошу вас подписаться на наш канал, и мы начинаем. Еще 25 лет назад хит певца «Позови меня в ночи» звучал из каждого кассетного магнитофона. Он собирал большие залы и утопал в любви поклонников. Однако популярность артиста начала идти на спад, и он временно пропал с радаров. Уход со сцены стал настоящей трагедией для Влада Сташевского, ведь некогда он был настоящим секс-символом и купался в лучах славы. Повлиял на его состояние и первый брак, который потерпел крах. Окружение исполнителя уверяло, экс-супруга разрушила его творческое будущее, а развод с ней привел к алкогольной зависимости и депрессии. Долгое время он не мог прийти в себя, однако буквально исцелился, встретив 18-летнюю Ирину. Девушка помогла Сташевскому преодолеть все невзгоды, после чего он решил жениться на ней. В 2008 году у пары родился сын Тимофей. В браке с Ириной Влад сумел сменить сферу деятельности и занялся бизнесом по утилизации жидких химических отходов. Правда, музыку кумир 90-х окончательно бросить не смог. Влад радует поклонников редкими выступлениями. Друзья, подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропускать наши новые выпуски, и на этом мы с вами прощаемся, всем пока.